Комитет санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава прокомментировал проведение развлекательных и массовых мероприятий 16 декабря и Новый год. Будут ли проводиться мероприятия, посвященные Дню независимости и Новому году, а также новогодние елки в школах и театрах? В настоящее время в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 23 октября 2020 года номер 58 об ограничительных карантинных мерах и их постепенном смягчении развлекательные и торжественные мероприятия запрещены, сказали в комитете. По данным комитета, из-за роста числа людей, инфицированных коронавирусом в стране, проведение публичных мероприятий запрещено. Стоит отметить, что количество зараженных COVID-19 достигло от 129 до 213.